Канальчик, в КТВ, и сегодня снимаю новый сериал, который называется «Как приручить дракона, школа драконов или новое поколение». И давайте начинать! Начало истории. Однажды у Беззубика и его друзей родились дети. У Беззубика и Дневной Фурии, его жены, родились детки. Если кто знает, то Дневная Фурия – это новый дракон из трейлера «Как приручить дракона» третьей части. И я ее очень хочу, игрушку, но, к сожалению, их пока еще не выпустили. Поэтому, если что, в роли Дневной Фурии у меня будет, Дикий Беззубик. Поэтому, если что, не пишите в комментариях, что почему. Да, так. Итак, нынешнее время. Вот этот дом. В этом доме у Беззубика и... у его друзей родились дети. Здесь они живут, к сожалению. Им нельзя выходить за границы этого дома, пока они не научатся летать. Никто из них еще не умеет летать. Они все очень дружелюбные. Они все хорошие, но вместе, конечно, они еще не умеют дружить. Это как ихняя школа, где они проводят все свое время. С рождения, точнее, с вылупления из яйца. Ну что ж, давайте начинать. Ну что ж, детки, начнем наш урок. Надеюсь, вы все подготовились. Блин, мам, ну хватит, ты так каждый день говоришь. Это конфетка, дочка нашей сардельки. Я полностью с ней согласен, мне это уже надоело. Гром, сын громобоя. Я полностью согласна. Зачем нам учиться? Мы уже давно могли научиться и борьбе, и киданию шипов, там метанию шипов, я не знаю, как это называется, и полету. Грангильда 2. Дочка Грангильда. А вот я думаю, будет весело, когда мы научимся летать, и вообще эта школа супер! Это дочка Беззубика под именем Карамелька. О, ну да, я полностью согласна с карамелькой. Ой, точнее, не с карамелькой. Да, вы перепутали карамелька. И это. Ее так ласково зовут. Да, я карамелька и конфетка, потому что я люблю сладенькое. Ням-ням-ням-ням-ням. А меня зовут Лапочка, потому что я люблю все лапами делать. Лапами. А я Жуть. Я лучшая подруга Лапки. Лапки! Я не умею летать. Ой, еле запрыгнула. А, девочки, хватит вам заниматься какой-то ерундой. Лучше ждем, когда мы научимся летать. Это Клык. Сын Кряклыка. Он с характером своенравным и не любит ни с кем общаться. То есть сам по себе. Только есть у него любимая игрушка вон там. Ха-ха, представь, пятнышко, какая у тебя сестра, ой, как весело, ха-ха-ха-ха. Это Жуть и Тьма, сын Барса и Вепря. А, как интересно. Да, блин, смешно, ребят. Ой, моя сестра вечно такая верит, что все здорово и все классно. Ой, сестры. Это Пятнышко, сын Беззубика и Дневной Фурии. Так же, как и Лапочка, тоже дочка Беззубика и Дневной Фурии. Они брат и сестра. Ну, мы уже начнем урок. Да-да, начинаем урок. И хватит спорить со старшими. Так как сегодня у вас будет, так можно сказать, особый день, я вас предупреждала, к вам придет вопль смерти, ваш новый учитель. Он будет вас учить летать... и борьбе. Ясно. Ясно. Еще к вам, может быть, заглянет король всех драконов. Беззубик. Ну что ты так не рад? Ваш отец с лапкой придет. Да, но он вечно говорит, что я должен уметь летать. Кажется, он... Подождите-ка, сейчас вылечу. Да? Простите, но Беззубик не придет. Но придет Дневная Фурия. Вау! Мама придет! Здорово!
и она будет смотреть, как вы будете учиться драться с соперником. Что? Да, чтобы мы распределили с вами на две группы. Какие две группы? Слабые и сильные. Сильные будут быстрее учиться летать. Точнее, быстрее научатся летать. А слабые научатся летать, но попозже. Они будут еще тренироваться. Это мой шанс показать, что я круче других учеников, как меня учил мой другой учитель на дополнительных. Да, я всем докажу. Ну, думаю, тогда вам будет интересно. Да, ведь? Да. Я надеюсь, что да. Поэтому готовьтесь, и все будет шикарно. Я очень на это надеюсь. Я тоже не сомневаюсь, что это будет классно. Ну, почему вы сомневаетесь? Во-первых, это будет очень здорово, так как вы распределитесь. А вдруг мы попадем с нашей подружкой не в одну группу, тогда я буду метать. Так, метать ты у нас точно не будешь. Ты у нас будешь вести себя как интеллигентная леди, Грангильда 2. Ну не хочу, я хочу, чтобы мы с ней попали в одну группу. Это не обсуждается. Так, будешь себя ужасно вести, то тогда будет плохо. Ах, ладно. И где это ваш учитель? О, вот и он. Детки, я сейчас открою. Эй, лапочка. Да, жуть. Слезь вниз пока что. Ага. Ой. Посмотри, как там на улице. Вообще, что это такое? Ой, мы уже 50-й раз или 500-й смотрим. Там что-то зеленое, там что-то голубое, там много драконов, там много домов и что-то еще такое. И похоже на что-то голубое, тоже что-то голубое, и там что-то плавает. Да, прям вот так вот, как гром. А, не могу прыгнуть. Все, прыгнула. Вот бы нам побыстрее выйти. Так, сейчас ваш учитель зайдет, не пугайтесь, он больше меня в 1000 раз, я бы сказала. Так, ладно, 1, 2, 3. Ха-ха-ха, детишки. Добрый день. Здравствуйте. Так, ну кто тут у нас, представьтесь мне. Ха-ха-ха-ха. А, я Лапочка. Приятно познакомиться. Ты ведь дочка Дневной Фурии без зубика. Верно ведь? Ой, да, а как вы узнали? Ну, я очень долго узнала. Ха-ха. Лапочка, хватит уже, а? Ты черная, как наш отец. Единственная ночная фурия. Вот тебя и узнали. Ой, узнали. Правда? Здорово. Да, ты очень веселенькая. Может быть, попадешь в сильную группу, хотя навряд ли. А, ты вообще хиленькая. Есть потенциал, есть у тебя. Как тебя зовут? Гром. Хотя я забыл как. Жуть. Так, а как тебя зовут? Меня зовут Клык. О, вялый, но потенциал есть. Что такой вялый? Ничего. Так, как тебя зовут? Меня зовут Тьма. А тебя как зовут, другая голова? Меня? Ой, теперь я забываю, надо вспомнить, как же меня зовут. А меня зовут Страх. Вот, вот так от меня зовут Страх и Тьма. Ха, странное имечко, но допустим. А ты, о, сын ночных фурий, да, только с пятном почему-то белым. Ты потому, что моя мама белая. Все, братан. Че, как зовут? Меня зовут Пятнышко. Ха-ха, ну ничего, может, тебя будем Пятно звать уважительно. Ха-ха-ха. Так, тебя как зовут, голубенькая... Этот, злобный змеймик. Меня зовут Грангильда 2, то есть твоя мама Грангильда. Да. Ну, потенциальчик есть, но маленький. А у меня, у ночной фурии точно, у тебя хилый. Ну, у тебя тоже хилый, как тебе там, не знаю, сосиска, не сосиска. Это моя мама сарделька, а не сосиска. Меня зовут конфетка или карамелька. О, господи. Ой, ну ладно, давайте, ученики, начнем урок.
Сарелька, вы можете покинуть помещение. Ой, я так волнуюсь. Ладно, все, до свидания. Учитесь хорошо, детки. Так, и наш первый урок будет борьба. Вы будете, как я говорил, с кем я захочу, будете драться. Чтобы, как говорится, были силы хоть не равны, но чтобы вы себя попытали. Я уже мысленно прикинула, кто с кем. Один бой будет очень уж интересным. Он будет напоследок или... Короче, когда захочу. А хотя давайте его разминочку. Так, лапка. Ой! Иду. И... Какой неудачник будет с ней. Давайте спорим, что это будет гром. А чё значит я неудачник? А я думаю, это будет клык. Но тот, кто будет с ней драться, точно неудачник. И пятнышко. Чего? Нет, я не хочу с сестрой драться. Я так хотел проверить, кто из вас сильнее. Ну, просто кому больше досталось навыков ночной фурии. Конечно, мне. У меня одно пятнышко лишь. А у меня хвостик покрашен под папин. На самом деле, у меня белый хвостик. Но я просто хочу, чтобы у меня был как у папы. Поэтому я покрасила. Ну да, так, давайте на раз, два, три. Так, ну давайте драться, ты пятнышко. Ну хоть покажи нам хоть раз свой пятно. Пожалуйста, вот оно. Да, не зря пятнышко прозвали. Прям на хвосток деваться его. Так, все, хватит, я буду драться с сестрой. Удачи, так, как... Главное, я буду в сторонке стоять. Я буду следить, чтобы никто там ничего не сломал себе. Ну что, братик, боишься проиграть? Сестра, ты че, реально? Скажи, ты реально или ты шутишь? А что случилось? Так я же тебя выиграю. Почему ты так думаешь? Потому что ты маленькая. И ты девочка. То есть ты думаешь, что девочки слабее? Как бы это все знают. Устала. Ага, мальчики не устают. Я сказал еще раз. А вот ты устанешь, когда я тебя искусаю. А меня... Вот тебе. Так, раз, два, три, четыре, все. Как? Я же ее лучше. Я что? В какую я иду группу? Я в слабую. Очень я тобой недоволен, очень. Как? Нет, я иду в самую худшую группу, нет. Блин. Только попадись мне еще соперником. А вот ты попадусь. Группа самая худшая. Ну что ж, давай, иди. Ты будешь находиться вот здесь, где будут находиться победители у этих створок. Ура! Надеюсь, моя подруга тоже. Я не надеюсь, моя подруга какая-то странная. Поэтому я боюсь, она проиграет. Давайте ее жуть. Это очень волнительно, знаете, тренер. Так, давайте клык. Клык! Я тебе порву щепка. Щепочки. А может и я тебя порву. Красный. В краску. Смешно же, да? Я никогда не смеюсь, ты поняла? Но это ведь смешно. Раз, два, три. Нет, не хочу. Раз, два. Я встала. Вот тебе. Блин, нога. Раз, два, три, четыре. Все, проиграл. Я? Да как я? Иду к этим. Блин. Получается, я падаю.
Да, получается, ты падаешь. Очень смешно. Получается, я это выиграла, что ли? Ну, как бы, да, получается, ты выиграла. Давай, иди. Сейчас, пойди, секундочку. Сейчас. Давай, иди к победителям. Ура, подружка! Здорово! Если вы хотите продолжения этого шикарного сериала, то поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока! Пока-пока!